удерживает высоко поднятую голову. Падение пенальти. И пенальти Лука Банти. Вот еще раз смотрим. Гацкан ставит. Она успела дотянуться и оказаться перед мячом. Хотя, вот, наверное, точка опоры здесь уже действительно была так смещена, что Гацкан мог бы упасть и сам. Ну, а бьет, кстати, Дмитрий Полос. Разбег, удар, 2-2. 2-2. Снова ростовчане быстро отыгрываются. Снова, в общем-то, примерно те же минуты. Может быть, немножечко другая цифира математика, но это не важно. У нас получается очень результативный матч. Просто супер результативный для дебютной игры сезона, что для одной команды, что для другой. Дмитрий Полос приветствует трибуны. Вспоминаем о том, что в прошлом сезоне в чемпионате России на протяжении 4 месяцев его признавали лучшим футболистом Ростова. С сентября по декабрь 2015 года. Он действительно стал одним из открытий всего сезона.